Здравствуйте! Мы вас приглашаем в город Новороссийск. Знакомимся с новыми точками на карте Мелбет первой лиги. И это новая, точнее, хорошо забытая старая точка Новороссийск и команда Черноморец, которая выбирается в первую лигу из Лиги 2. Ну и сегодня в стартовом туре нового сезона принимает Аланию из Владикавказа. Итак, новороссийский Черноморец в первом туре Мелбет первой лиги принимает Аланию. Матч начался. Стартовый свисток от Алексея Амелина, главного арбитра этой встречи. Но принцип преимущества соблюден. Можно играть. Алания в атаке. Удар с правой ноги. Подбор нужен владикавказцам. Но здесь мяч за спину. Гергобиани проскальзывает. Подача идет вторым темпом. Скидка под удар. Хорош удар. И Фролкин выручает. Сложная работа. Причем с обеих сторон, поскольку и удар был непростым. Выход из обороны Новороссийска. Это продолжение розыгрыша. Опасный момент. Гергобиани. Прострел. Нет, это, возможно, был удар. Машуков на замыкание. Это не успел, но очень здорово выбирает позиции для себя. Удар из-за штрафной. Мяч катится медленно по бильярдному. После удара Гурциева в дальний угол. Но давайте скажем, что Фролкин вроде бы дотягивался. В противоход очень коварный удар. Но видите, против команды такого уровня это не работает. Падение, пенальти. Пенальти. И это решение, которое уже едва ли будет пересмотрено. Левая нога Гурциева и отправленный в правый угол вратарь, а в левый угол мяч. Ну или наоборот, смотря откуда смотреть. Но это уже детали. Гурциев забивает первый гол Алании в новом сезоне. Этот итог выглядит более-менее логичным. Удар поворотом в нижний угол, опускающийся мяч. Гурциев просто ловит кураж в эти минуты. Да и вообще он играл в первом тайме достаточно полезно. Неплохо. Быстро бросили в аут. Нашли слева свободу. Заброс, удар и гол! Ничего себе! Вот это рисунок. От аута до такого косого заброса в штрафную. И классно переправленный мяч в сетку. Ну, Алания забила с пенальти. Невероятно красиво срезал этот мяч. И это хорошая игровая, Константин, спасибо вам, комбинация. И что дальше? Что дальше? Свисток или продолжение? Фролкин вот таким черпаком выдергивает мяч из ворот. И на этом финальный свисток.